Ну чё, народ? Маленький, дешевый, удобный наш корабль. На взлет. Если там все поскидывал, на базу поскладывал. И нам надо звездюхать. Звездюхать нам надо. Ты издеваешься сейчас. Так, иди сюда. Да. Так, и совершать надо нам прыжочек. Так, слушай, может Прометея погрызть? Не знаю, грызть его или нет. Буры-то есть, заряды тоже. Мод на космос тоже. Хотя ради интереса слетать, конечно, можно, но это потом. Я уже все слетаю. Не знаю, на запись, я думаю, делать этого смысла не вижу. Раньше я мог бы сделать на запись, когда, помните, еще кусочки отлетали этого всего, их надо было вылавливать. А сейчас там копаешь, тебе все, карман падает. Ну, как-то вообще не алло. Прыгаем к USN. А, погоди, а не надо ли мне случайно здесь миссию взять? Вторые шансы. Не. Таранские силы. Следовательские суда. Включить миссию. Мне такое нравится, но выбора нет. Надо переворкнуть эту миссию, захлобустерить. Так, кстати говоря, сейчас посмотрим, там дроны-то будут. Хотя дроны должны появляться, когда мы к постройкам будем шарпиваться. Не просто так. Так, уровень неизвестен, уровень один. Station. Да, ура! Так, сейчас сразу забираем все, что я тут хочу попробовать им запиндюбагрить. Так, еду я брать не буду, вот кислорода, кстати, надо. Кстати, у них там вроде на халяву можно кислородом подышать. Не уверен точно. Я, кстати, вот этот кислородный баллон возьму. Их как раз и израсходовать надо. Да, я увеличил кислород в скафандре до 1000. 850 это, ну, очень странное число. Почему так, я так и не понял. Что оно означает, к чему оно идет, тоже не въехал. И, кстати говоря, там... Первый пул подконфигурировал, так что можно будет пойти еще раз его пройти. Там мобы, их побольше стало. Я тут уже, как говорится, эту винтовочку взял,
Она одноразовая. В смысле, отстрелял патроны и все. Надо ее протестить. Ну и такое другое вооружение. Что, возможно, да. Потом попремся труля-лякать. Я сейчас жопу так быстро не отморожу здесь. Пойдем в открытый в космос. Время сил двигателя. О. Ну, в принципе, у меня сейчас неплохо получилось. Угол движков погрелся, что он движки вырубал всегда. Я ненавижу эту дурацкую станцию. Так, варп-драйв. Да-да-да-да-да. Угу. Здрасте. Не, вообще прикольно. Так, ладно, где эти дураки все? Ну, читать я здесь смысла не вижу. Здравствуйте, добро пожаловать. Да-да-да-да-да. Так. Расходный материал можешь выделить? Да, припасы, которые, да, я вспомнил. И смех, и грех. Чуть-чуть под чуть-чуть. Я больше не могу продавать бесплатный призрак. Мы можем обмен, мы построим, пополняется все. Регистрируем. Да-да-да-да. Давай поторгуем. Что вообще торговать, дядя, можно? Ага. Ты у нас, блин, чертежами торгуешь, датами, заитом, current и хаосом, говорит. USN Research Vessel. Мы можем что, получать, ему сдавать, продавать? Человеческий страж. Вмещает кровать, из которой появляется человеческий охранник. Охранник будет патрулировать вашу базу и время от времени атаковать ближайших врагов. Только однократное использование, если вы поднимете блок. Охранник останется активным. Новый инвентарь вернется, стандартный блок мебельного декора. Так, вот плакаты, кстати, у меня это есть, и продавать их не буду. Так. Сену Кэптен. Варлорд, который будет охранять вашу базу. Ни хрена себе. Техноартефакты. Улучшение абиссальной брони. Позволяет создавать различные улучшения для доспехов. Так обязанный. Вау. Ты еще это и купишь. Спасибо. Это могу купить. Два стража. Этого, к сожалению, не могу купить. Я бы взял. А, это баунти. А, все, понял. Это мы будем у пиратов тут пинать их и это выбивать. По-моему, проще будет датападов купить. Хотя ладно. Дядь, спасибо. Я увидел все, что хотел. Тетя. Тоже дядя. Сзади смотришься как тетя, ну ладно. Так, это как юзать телепорт. Как крафтить телепорт. А, так мы можем в одной системе прыгать на всю эту ерунду. Интересно. Охрана. К
Сколько мне с вами вообще разговаривать, никто не объяснит. Два охранника себе купил. Уже на базу будут поставить. Так, Гудмо, дай-ка я включу. Как ты, красавица, у нас там установлена? Дай-ка я посмотрю. Погоди, они чисто установлены на блок брони, смотри, по ходу дела. А, нет. То есть посередине, то есть один стоит, вот, то есть один становится, и потом сверху эту хренотень ставишь. Я даже не знаю, а в чем прикол-то? Пособирать получше. Я говорю, если бы оно копилось, это еще да. Я не знаю, я подумаю, ставить ли эту хренотень вообще или нет. По-моему, идиотизм какой-то. Никто не находит. Фееричный бред. Так, холодильник есть, жратва. Спасибо хоть за что. Ну, здесь я рассмотрел, до этого ни черта не было. О, что-то есть. Не везде убрали. Халяпный лук. Значит, можно тут подстрыскать. Главное дело сделали в гостях. Кто-то придет в казарму. Ой, сейчас похаваю. Нечего хавать больше. Не люблю вещи, которые нельзя стащить в играх. Это обидно как-то. Так, где тут этот лифт дурацкий? А вот вижу. А, так этот лифт оказывается типа в лаборатории. Ух, елы-палы. Раз в школу не ходить. Так, синематик. Гражданские технологии. Улучшенные бинты. Есть. Зирксов. Пиратов. Гражданские. Напитки из яблочных косточек. USH. Другие технологии. Как это вообще пишется, какая-то технология? Light Railgun to Rail. А, это Pirate Technology. Heavy Blaster Cannon. Это USN Technology. Это мы уже изучили, получается, да, возможно? Так, вот это вот странные статуи, которые были поставлены Таланом. Вы ходите в 3000 метрах. Угу. Так. И еще у нас Explorer Mission, Object 82. Так, вы можете найти... Поиски галактики, лучше 82, рок в отсутствии.
Без понятия, даже смотреть не хочу, где эта хренотень. Так, research компьютер. У меня с собой ни чипов, ни навигационных данных нет, конечно же. Круто. Тот терабайт. Предоставляет доступ к компьютерным системам прародителей. Кстати, чипы данных, шевели очки исследований. Господи, помилуй, да не пугайте вы меня так. Я предлагаю дополнительные сведения о состоянии Ультерана в галактике Андромеды. Так, да. Давай, загружайся. Поехали, конечно же. Это у нас будут скачки по системам. На, это у нас. Че уставился? Я могу всех убивать, мне ничего не будет. Серьезно? Да ладно. Я просто в кайфе. Так, кто мне тут еще глазки будет строить? Этого не будем, правда, трогать пока что. Хотя зачем ты мне нужен? А, не могу повредить. Тебя тоже не могу убить. Жалко. Ребятки, вы где там? Здорово. Документ. Нету. Какая злобная сволочь. Экономим кислород. Все нормально. Нет, дамочки, тебя трогать не буду. Ты хорошими сиськами. А эти сиськи маленькие. Так. Че, все что ли? Ну, елы-палы. Тьфу ты. О! Ну, хотя да. Сиськи маленькие. Не. Не по форме одета. Нужен вырез побольше. Там у нас кто ходит. Иди сюда, мой маленький. Маленькие мои. Кофейные наркоманы энергетические. Все. А, понятно. Ну, меня, в принципе, все вполне устраивает. Я кофейку раздобыл. И фрагов подзаработал. Напишите, пожалуйста, кто-нибудь вообще на этом корабле хоть раз убивал? Народ. Что-то сомневаюсь. Так, и у меня наконец-таки появилась нормально вот эта вот хренотень. Да. Сейчас я подогрею себе жопку. Не замерзай. Все, разогрелся. Вот это вот выравнивание в этой игре меня просто доконает когда-нибудь, вот ей-богу. Либо до инфаркта, либо до психоза. Нет, у меня такое, я вот не знаю, как даже с чем это будет сравнить все. Так, порядок. Холодильничек, сразу прячем то, что мы тут шкрябали. Адским трудом, убивая невинных. Ну а что, одеты не по форме. Кстати, это на базе мы только ставим, да? Вообще-то ХВС сервере вот это вот прикол был.
Брекс любил туда впендюрить. Так, с контейнерами хрен знает, что делать. Это немного даже обидно. Но можно их хотя бы продавать. Все, надышались. Так, Альфа-1, Луна. Так, мы прямся на Луну, попрошу заметить. Чем я с собой воду таскаю? Укан не горел. Мне тут достает, бывает, она зависает, и вот так, типа, горишь, как будто ты пластилиновый, блядь, человек. Так, отлично, Альфа-1, Луна. Вот. Вот это мне нужно, да? Фиксируем цель, туда горцуем. Поисследуем немножко и... Немного попинаем непись. О! У меня уж телефон звонит. Весь день меня никто не трогал. Весь день. Вот. Все, вот сел немножко поснимать, так все начинается. Вася, так, а здесь пока я еще не ссорился народ с торговцами, блин, да достали. Ладно, на паузу уйду, сейчас вернусь. Вот что называется, как говорится, безлимитная связь, блин. 15 минут по телефону трещит. Так, ладно, мы летим. Топлива у нас хватит, но... Конечно, мы двигатели вырубим. Блин, чтобы быстрее долететь, надо что сделать? Правильно, выключить двигатель. Так, тебя чем лечить? Понятно. Да, конечно, атмосферы здесь нет, как в инженерах. Там мы придумали много нового. Надо будет потом зарубиться в них. Там все моды нахрен поломали. У меня сохранения полетели. По новой начинать. В принципе-то я могу. Даже не знаю. Тоже вопрос такой себе. Где-то галактики еще создавали ребята. Можно, в принципе, попробовать. Поле астероидов Альфа. Альфа-1, Луна. Ура, летим. Сейчас посмотрим, что там есть интересного. Ну, вот я вижу интересную гору. Вот вверху. Она меня немного любопытствует. Посмотрим, что за база дронов тут. Течение планеты и секторов. Так, есть кремний. Ой, тут смотри, как интересно. Силвер. О. Силвер, кстати говоря, нам пригодится. А чего у вас здесь так много, ребята?
Я считаю, нужно их пособирать, чтобы посмотреть, что у них есть. В этих... Я не помню, каких дронах я лут увеличил. В космических или в этих? Да, сразу говорю, патроны вот эти вот у нас будут здесь. Обчи нету. Я смотрю, я им точно явно не понравился. Не, ну каждый раз бустеры переодевать на бег, это я ёпнул. В принципе, ничего супер полезного у них нету. Я, может, потом посмотрю в Large Drone и добавлю чуть поинтереснее. Так, я на Good Mode слетаю, побыстрее будет. С этой скоростью передвижения очень-то удобно. Ага, вот большой дрон. Я планирую большим дроном отдельно прописать лут, может, коры, ядра засунуть. Даже, блин, не знаю, как лучше сделать. Да, лут буду собирать с дронов с помощью вот такой вот ботвы. Вот мод врубил, ура! Можете писать читер, но бегать по полчаса мне тоже нет желания. Мне надо будет модули поискать на бег. Это сейчас все в броню впендюрено. Да, модуль, наверное, 4 модуля на бег и готово. Это буду с собой носить на всякий случай. Сейчас луну подизучим. Смысл собирать-то это в принципе нету. А вот серебришка. Ни хрена тут их. Я тут присяду. Да хрена их, реально, да хрена. А, ну да, автотормоз. Ну, щит они мне здесь хрен пробьют, сразу говорю. Я им ДПС-то не делал, чтобы они против щитов могли работать нормально. Поэтому базовые щиты я тоже из-за этого не увеличивал. Смысла в этом нет. Так. У меня есть два модуля на бег. И где-то модуль у меня был, еще один надо. Набег у меня всего вроде два модуля, да? Вот общий. Давай общий еще воткнем. Быстрее будем бегать, вот тоже. Да, конечно. На каком расстоянии-то я их достану. Вот, большой дрон. Вот эти вот дроном.
Антитоксин, комплект детоксикации. Господи, как меня достали. Владыка добавлен. Чего, прости? Какой еще, блин, владыка? Кого вы здесь убили-то вообще? Кто за владык? Да ты гонишь. Вот эти парни где тут шатаются. Прометевый камень. Кстати, а если его грызануть, что с него получится? Что-то сверху упало. Я как всегда древний взял, да? Молодец. Понял, понял. Далеко я слишком. Мне, кстати, модули на бег и пошел. Никаких проблем. Эти все летают тут. Зачем это было сделано? А, чтобы вам веселее было. Противников много? Да, они, в принципе, бесполезны. Ты издеваешься? Так, блин. На каком расстоянии она должна быть, я вот понять не могу. Да, если кто не в курсе, кто любит на истребителях тут грацевать по всему спейсу. Это вот, как говорится, ему кол в задницу. Так, иди сюда. Ты иди сюда, где у нас холодильник?